Добрый день. Предлагаю посмотреть лот Микс детский Kids Sport осень. Подробности в ссылке под описанием. Здесь у нас куртка Чамоникс или Чамоникс. 128 ростовка. Очень теплая на синтепоне, без капюшона, коротенькая. Вот. Прямой крой, скорее всего, наверное, для мальчиков такая больше. Диадора на 130 сантиметров. Толстовочка спортивная. Внутри, ну, такая тепленькая, мягкая. Как бы не флис, но вот такой материал интересный. Очень красивый цвет металлический. А здесь у нас Брунотти на 140 сантиметров. Толстовка. Она как на поролоне, такая жесткая, плотная очень. Толстовочка теплая. А внутри как бархатная, знаете, такая очень классная. С капюшоном. И внизу резинка. Раммер на 12 месяцев. Толстовочка тоже. Плотный хлопок. Здесь брюки Диадора М-ка на 8 лет. 128 сантиметров с начесом. Без резинок. Толстовка на 158 сантиметров, тоже с начесом, с капюшоном. Так, на 122 сантиметра куртка на флисе внутри. Еще есть опушка для капюшона здесь. Вот внутри флис на синтепоне. Ну, скорее всего, такая ближе к зиме или зима. Плюшевый капюшон внутри. Капюшон отстегивается. Она текстильная, удлиненная немного. Здесь футболка Polo Франца Kids на 128 сантиметров. На 4 года толстовочка, тоже, по-моему, с начесом, да, с начесом небольшим, вот, Снупи. Next Level на 152-158 рост майка, хлопок в рубчик, здесь леггинсы, тоже хлопочек на 92 сантиметра тоненькие. Ветровка на 104 сантиметра, такая баллоневая, а внутри полностью флисовая. Бока на 122-128 рост, танковочка плотная, тоже хлопок. Майка Next Level на 140-146 хлопок. Рич Б на 3 года. Толстовка. Хлопочек тоненькая. На 164-170 леггинсы. Тоже хлопок. Без начеса. Такие плотненькие. Бонапарт на 128 ростовочку. Танковка для мальчиков. 164. Здесь поло с рукавами. Так, фриз XS размер на 8 лет. Леггинсы. Тоже хлопочек с рисунком. На 158 рост. Здесь флисовая толстовка, высокий воротничок.
брюки на 158 сантиметров, утепленные немного. Ну как, наверное, двунитка это все-таки, но вот она такая мохнатенькая внутри. Брючки. Рич Б на 10 лет. Тоже двунитка с капюшоном. Так, здесь у нас на 150 сантиметров ростовочку. Леггинсы, как спортивный трикотаж. Вот, коротенькие. На 104 рост. Велюровая толстовка. Здесь куртка 2 в одном. Как ветровка, непродуваемая, непромокаемая. И внутри, сейчас покажу, внутри у нас флисовая поддёва, вот, которая может отдельно, то есть ее можно носить, она отстегивается и можно ее застегнуть как просто флисовую толстовочку. И, то есть, можно две вещи по отдельности носить или утепляться вот таким образом, да? Очень классная штука. С капюшоном. Капюшон отстегивается. Толстовка Rammer на 18 месяцев. Хлопочек тоненькая. На 36 месяцев. Куртка текстильная тоже. Внутри на флисе. Вот, скорее всего, тоже для мальчиков. Плюшевый капюшон внутри. И на синтепоне, ну, такая демисезонная курточка. На 6 лет танковка. Здесь толстовка флис на 8 лет, 128 сантиметров. Очень плотная. Американино Джуниор на 12 месяцев. Это у нас костюмчик внутри с начесом, брючки, вот сзади кармашек прямые, и такая толстовочка тоже на 12 месяцев. Внутри утепленная. Фриз на 10 лет футболка, цвет шикарный. Здесь Мэкс на 3-6 месяцев, толстовочка, хлопок, тоненькая. Леггинсы на 92-98 Дисней. Флисовая толстовка Милс на 134 рост, очень тоже плотная, теплая. На 14 лет. Как танковка, очень такая плотненькая, мягкая, очень классная. На 18 месяцев Original Marines. Это тоже у нас костюм внутри утепленный с начесом. Вот такая толстовочка и брючки. Внизу резинки. Водолазка на 6 лет. Очень плотный хлопок, но при этом мягкий. На 176 рост куртка, тоже демисезонная, с капюшоном. Капюшончик от нас отстегивается, и для мальчиков куртка. Вот. На синтепоне. Расцветка тоже очень яркая, классная. На 14 лет тоже. Здесь у нас брючки с начесом. Хлопок. Rammer на 12 месяцев. Танковочка. Толстовочка даже. С утеплением внутри тоже. На 12 месяцев брючки. Хлопок. Здесь на 4 года. Тоже как толстовка, утепленная внутри с начесом, очень плотная.
брюки на 158-164, тоже с начесом внутри. На 134 толстовка флис. На 18 месяцев это рама танковочка. На 10 лет, наверное, Рич Б брючки. Тоненькие хлопок. Здесь на 92 сантиметра танковка. Blue 7 на 152 сантиметра. Толстовка утепленная. С начесом, с капюшоном. Фила брючки спортивные. Сейчас скажу размерчик. У нас на 8 лет. Вот. На 8 лет. Внутри сетка, по-моему. Хотя, ну да, внутри сетка. Внизу уже тут другой подклад. И здесь очень тоже плотная толстовка на 10 лет, 146 сантиметров, с начесом внутри. Так, посмотрим дальше. Здесь у нас куртка на 12 месяцев, тоже демисезонная курточка с ремешком. И внутри на флисе, на синтепоне. Капюшончик отстегивается. Шикарный. Фриз на 14 лет. Танковка. Хлопок. Здесь тоже у нас фриз на 10 лет. На пуговичках, как танковка, тоже в рубчик. На пуговичках для девочек. На 116 сантиметров это бока. Тоже танковка. Хлопок плотная. На 104-110 футболка. Так, на 150 сантиметров танковочка. Тоненькая. Хлопок. Бока на 122-128. Плотная танковка. Здесь у нас Бонапарт. На 128 футболка. Тоже Бонапарт на 128. Бока на 92, вот такое поло с рукавами. Дисней на 10 лет, танковка, хлопок. Брюки на 5 лет, 110 сантиметров внутри. Ну, это двунитка, тоненькая тоже. Здесь футболка где-то на 134-140, наверное. Вот так. На 62 сантиметра Милс танковочка. На 12 месяцев Эмпорио 88 танковочка, как поло с рукавами. На 110 ростовку тоже танковка, тоненькая, хлопок. Милс Китс 98 сантиметров танковка. А здесь у нас на 3 года водолазка. Прекрасная, очень плотная и мягкая. Тоже хлопочек, вот прям очень приятный. На 6 лет танковка тоненькая. Фриз на 14 лет футболка. Милс 152 танковочка. Брюки Рамер на 18 месяцев. И они с начесом тоже очень плотные. Здесь водолазка на 14 лет. Вот это тоже очень такая классные водолазочки в этом лоте очень попались. Здесь. Ну, это, наверное, на 2-3 года примерно. Написано 3XS наш размер. Вот на 2-3 годика спортивные брючки. На 10 лет танковка.
хлопок. И здесь толстовка на 14 лет, 164 сантиметра. Флисовая толстовочка. Так. И это еще не все. Также есть вот такой флисовый наборчик Puma. Посмотрим на размер. Размер-то не написан у нас здесь кожа. Один размер просто написано. Ну, в общем, для малышей это совсем вот годик-два, наверное, вот так. Вот такие варежки флисовые на веревочке и шапочка. Здесь шапка на флисе, это H&M, тоже размер, к сожалению, обрезан. Ну, тоже для маленьких, на 2-3, наверное, года, вязаная на флисе. Тоже у нас, скорее всего, да, H&M. И тоже размерчик обрезан. На флисе такая ушанка стеганая. Вот, искусственный мех. Где-то на 3-4, наверное, годика. А здесь шапочка, ушанка от C&A. Побольше уже размер, но тоже размеры не написано. То есть, ну, здесь где-то на 5-6, наверное, лет. Вот она вязаная, и внутри хлопковый подклад. Здесь простая вязаная шапочка, тоненькая. Так, на 92-104 рост. Это у нас тоже H&M. Здесь тоненькая шапка. Тоже примерно, ну, чуть побольше, на возраст где-то 4, наверное, 5 лет. И здесь Франца Kids на 10 месяцев, что ли. Флисовая шапка, внутри хлопковый подклад, такая вот классненькая. Дальше смотрим. Две пары перчаток. Двойные, то есть одни сверху без пальчиков перчатки одеваются, да? И одни с пальчиками. Это у нас тоже, по-моему, H&M, наверное. А может и нет. Нет, не H&M. А нет, H&M. Размерчик не написан, но это тоже где-то на 3-4, наверное, года. Вот две пары. Две пары маленьких варежек на 1-2 годика. Тоненькие. Также в этом лоте у нас попался купальник New Line на 6 лет. Вот, раздельный купальничек. Еще есть шапка M размер. Не знаю, что это значит. К сожалению, в детских размерах не очень разбираюсь, но это где-то, наверное, года на 2 тоже, на 2-3, шапка и шарфик. И здесь еще вот такой вязаный шарф, и еще шарф снуд, уже побольше, большой. Это весь лот, подробности под описанием. Спасибо за внимание.